сегодня в номинации «Современная хореография» награждается студия классического танца с танцем на просторах Тибета. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Эстрадный танец» награждается танцевальный коллектив «Карамель» «Бумажный змей». Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Народный танец» награждается танцевальный коллектив «Улыбка» с танцем «Лошкари». Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Народный танец» награждается танцевальный ансамбль «Озорная канитель» с танцем «Китайские зонтики». В номинации «Народный стилизованный танец» награждается Земцова Ксения с танцем «Валенки». Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается хореографический ансамбль «Вдохновение» Вася Василёк. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Народный танец» награждается студия современного танца «Фишка» Саратовский калач. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается танцевальный коллектив «Шарм». Ой, как ты мне нравишься! Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается танцевальный ансамбль «Озорная канитель» «Гжель». Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается студия эстрадно-спортивного танца «Класс» «Корушка». Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Топотушки» «Танец Вакузницы». Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается ансамбль «Улыбка» у моей Улюбы. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается танцевальный ансамбль «Озорная канитель» китайский танец «Лотос». Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается хореографический коллектив «Калейдоскоп талантов» Вася Василёк. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Эстрадный танец» награждается народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Серпантин» «Дотянуться до небес». Дипломом лауреата третьей степени награждается в номинации «Народный стилизованный танец» награждается народный самодеятельный хореографический ансамбль «Фортуна» «Девичий переполох». Диплом лауреата третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «Ассоль» «Финский танец. Поиграем в городки». Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается коллектив современного танца «Жемчужина» «Танец матрешечки на новый лад». Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Эстрадный танец» награждается народный самодеятельный хореографический ансамбль «Фортуна» «Прогулка под дождем». «Народный танец» награждается народный самодеятельный хореографический ансамбль «Фортуна». Итальянский народный танец «Тарантелла. Встреча на Лазурном берегу». Дипломом лауреата второй степени в номинации «Народный танец» награждается коллектив «Визави Микс». Мы плясали, наши ноженьки устали.
дипломом лауреата третьей степени награждается эстрадный танец, народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Серпантин» «Дотянуться до небес». Диплом лауреата второй степени награждается в номинации «Народный танец» награждается образцовый художественный танцевальный коллектив «Сюрприз» «У колодца». Дипломом лауреата второй степени в номинации «Народный танец» награждается образцовый художественный танцевальный коллектив «Сюрприз» «Саратовская плясовая». Дипломом лауреата второй степени награждается в номинации «Народный стилизованный танец» младшая группа «Огнеданс». Танцуют все! Дипломом лауреата второй степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается хореографический ансамбль «Иван да Марья». 8 девок, 1 я. Дипломом лауреата второй степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается танцевальный коллектив «Ка-студия» «Дунюшки». Дипломом лауреата второй степени в номинации «Народный танец» награждается образцовый коллектив ансамбля эстрадного танца «Ассоль» «Украинский танец» с плетем венок. Дипломом лауреата второй степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается младшая группа «Кураж» «Ягодка малина». Дипломом лауреата первой степени в номинации «Народный танец» награждается танцевальный коллектив «Карамель» под плясочка. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Народный танец» награждается образцовый художественный танцевальный коллектив «Сюрприз» у околицы. Лауреата первой степени в номинации «Народный танец» награждается народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Топотушки» «Волжская плясовая». Дипломом лауреата первой степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается Радкина Виктория «Украинский танец». Дипломом лауреата первой степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Непоседы» Иван Купала. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Народный танец» награждается ансамбль современного эстрадного танца «Серпантин» «Русская плясовая». Дипломом лауреата второй степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «Ассоль» «Деревенские гулянья». Дипломом лауреата второй степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается хореографическая студия «Грация» «Танец татарский». Дипломом лауреата второй степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Топотушки» «Одинокая гармонь». Дипломом лауреата первой степени в номинации «Народный танец» награждается народный самодеятельный хореографический ансамбль «Фортуна» «Татарский народный танец «Узоры Казани». Дипломом лауреата первой степени в номинации «Народный танец» награждается коллектив современного танца «Жемчужина» «Яркий цветок лотоса». Дипломом лауреата первой степени в номинации «Народный танец» награждается образцовый танцевальный ансамбль «Солнышко». Танец, хореографическая композиция «Праздничная». Дипломом лауреата первой степени в номинации «Народный танец» награждается образцовый танцевальный ансамбль «Солнышко», девичий танец «Чебатуха». А также они награждаются дипломом гран-при в номинации «Народный танец» ансамбль «Солнышко». Танец награждается хореографический ансамбль «Иван да Марья». Веселая кадриль.
а также они награждаются дипломом Гран-при в номинации «Народный стилизованный танец». Это первой степени в номинации «Народный танец» награждается народный ансамбль эстрадного танца «Диверсимент. Русская плясовая». Также коллектив награждается дипломом «Гран-при» в номинации «Народный танец». Первой степени в номинации «Народный танец» награждается Захарова Калина, танец «Лязги». Также Карина награждается дипломом «Гран-при» в номинации «Народный танец». Дипломы лауреата первой степени в номинации «Народный танец» награждается ансамбль современного эстрадного танца «Серпантин. Русская плясовая». Руководитель, выйдите. Итак, первая наша хрустальная туфелька уходит ансамблю танца «Солнышко». Так, дорогие друзья, закончилось награждение. Сейчас мы перед еще одно. Принцесса танца у нас.